Ну а вчора ми вам показували, як у Києві загадкові люди в масках ламали огорожу незаконної забудови. Зранку місцеві мешканці прокинулися, а паркан на місці. Да, ну а тепер забор сожгли. Кого увезла скорая с сердечным приступом и есть ли еще шанс решить вопрос миром? Ответ на этот вопрос знает наша отчаянная Лена Филонова. Абзац в столице. А вот героична девчина. Той, кто вчера был, той помнит, как ее в этой белой шубе менты катали по земле. Слава Украине! Это результат того, что застройщики решили не считаться с местными жителями. Днем раньше на Осокарках строительная компания поставили большой забор вокруг единственной зеленой зоны и по периметру милицию. Собрались строить торговый центр. Местные жители взбунтовались. Вот они объявятся, мы их заберем, и пусть они нам предоставят документы. Если нет никакого документа, валяем забор. Разрешение на застройку, выданное Черновецким еще в 2009 году, никого не впечатлило. Нарисовали свободовцы и ультрас, и давай крушить ограду. К этому времени приехало еще несколько автобусов с милиции. Мне пришлось то вырывать активистов из рук силовиков, то останавливать провокации со стороны ребят в масках. Это ребята, которых они поймали и сейчас пытаются куда-то увезти. Милиция забрала в участок 7 активистов. Забор смели, милиция уехала. Но вот утро следующего дня, и он на месте, как ни в чем не бывало. Я поехала с Надеждой мирно поговорить с застройщиками и посмотреть документы. Но не тут-то было. Активисты решили действовать радикально. Кто будет так поступать, будет с каждым. Кто будет творить беспредел в Киеве, вот так, как творится сейчас и вчера было, будет с каждым застройщиком, вот так вот. На этот раз никакой милиции и разъяснительной таблички со стороны активистов. На всякий случай. Разбирали и полили забор те же ребята в масках. Местные жители наблюдали со стороны, но одобрительно. Скажите, а вы местная жительница? Так. А почему вы сюда пришли? Чтобы отвоевать эту территорию. Скажите, а вот этот способ, который вот сейчас мы видим, он не совсем европейский? Но тем не менее, вы готовы со всеми незаконными застройками так, чтобы поступали? Скорее всего, да. Чем нет? Скорее всего, я согласна с тем, что делают, правильно делают. Мы тут зимой приезжаем, катаемся на этой горке, и мы не хотим, чтобы наш район весь застроили. А ваши родители знают, что вы здесь сейчас, да, именно? Да, и они вас легко так отпустили? Да. А вы именно жители этого района? Да. Мы здесь в школу ходим. Люди разбушевались, пожарников не пустили, приехавшую по вызову милицию тоже. Три раза они накидывались. Из-за горячей обстановки на месте было минимум 6 скорых. Я очень рассчитывала поговорить с застройщиками, но они так и не появились. А костер все разгорался. Активисты заботливо подбрасывали дровишек. Активисты показали свои действия, они проявили свой характер, показали свои зубки. Но все-таки даже животные, когда нагадят, убирают за собой. Люди тоже должны. А вот и урна, только она вовсе не для того мусора. В толпу активистов занесло замначальника Дарницкого райуправления МВД, который был и накануне. Активисты меня уверяют, он крышует застройку. Что он тут делает? Ведь это именно тот милиционер, которого после вчерашней бойни отстранили от исполнения обязанностей. Негодующая толпа готова прямо-таки разорвать его. Активисты использовали баллончики со слезоточивым газом, только вот промахнулись и попали в меня. Пока меня приводили в чувство, милиционер скрылся в скорой. Врачи уверяют, у него травмы и даже сотрясение мозга. Активисты обступили машины, притащили мусорный бак и выставили ультиматум. Пропозиция. 2 минуты в мусорке и свобода. 2 часа переговоров врачей с активистами, и оказалось, у пострадавшего подозрение на сердечный приступ. Толпа немного смягчилась и очень нехотя отпустили машину скорой, а забор все горел.
То, что еще 2 часа назад у людей вызывало ненависть, теперь приносит радость и счастье, и тепло. Люди греются. Скорые уехали, толпа разошлась. Я боялась, что на следующий день забор опять появится. Но нет. Может, правда, это единственный способ бороться с незаконными застройщиками? Вот ведь недавно на Поздняках забор сожгли и строительство остановили. И тут я узнаю, что строительная компания решилась выйти в люди. Неужели таки решили обсудить строительство с общественностью? Еду туда. То из активистов никто не пришел, вот только одна жительница района, я так понимаю. Как вы думаете, почему они не пришли? Я думаю о том, что мы просто не смогли довести до всех активистов эту информацию. Что случилось с забором, мы знаем. Да и одна наклейка на ограде несерьезный способ общения с активистами. Но что же застройщик намерен делать дальше? Кто бы не хотел нам противодействовать, мы хотим действительно построить этот объект. И мы по-прежнему убеждены. То есть несмотря ни на что? Может быть, мы возьмем каких-то маркетологов, может быть, мы сами создадим команду, которая будет работать с инициативными группами, но мы хотим сделать это цивилизованно. Потому что объяснять что-то кричащей толпе, которая тоже не представляется, не дает говорить, показывать какие-то документы, ну это просто нецелесообразно. Но даже сегодня на пресс-конференции, где была только мирная жительница Осакарков Людмила и журналисты, застройщик не смог ответить на один из главных вопросов. На пресс-конференции я не услышала, какие действия собирается предпринимать застройщик, видя протест, который проявила общественность на Осакарках, и тот резонанс, который имеет эти события в жизни Киева. Поэтому я думаю, что необходимо провести слушание, дать срок, например, месячный срок, когда будут все обращения граждан будут зафиксированы. И я с Людмилой абсолютно согласна. Первое, что надо сделать, провести настоящие общественные слушания и понять, есть ли необходимость очередной стройки торгового центра в этом районе. Давайте решать вопрос мирно. Европа мы или нет?